Еще делают такие порошки для волос, для мытья волос. Я просто таких рецептур очень много разрабатывала. И мы с вами проходили такое растение, как мыльнянка, когда говорили о сапонинах. Если помните, мыльнянка Да. обладает отхаркивающим свойством, так немножко мылится, когда вот цветы растереть. И вот корни мыльнянки, их там как-то вываривают на медленном огне, и получается такое мыльное, типа как шампунь жидкий. Но я не вывариваю, я просто их в порошок перемалываю с другими травами, которые содержатся сапонины, тот же хвощ, там, та же солодка, и получается такой сухой порошок, сухой шампунь для волос. И одно время, у меня несколько лет было, когда я мыла волосы, это я сейчас, наверное, разленилась, мыла волосы этим сухим порошком для волос. И это тоже никакой химии, если вы сторонник вот ЗОЖа прям такой ярый, то это самое то, когда шампунь, умывание, зубной порошок, сделано все из сырья, которое вы там сами приобрели или собрали. Это чистейшие уходы, средства по уходу за собой, не содержащие никаких химических компонентов, только живые растения и семена. Татьяна, а как проходит процесс, ну, мытья головы? Вы смешиваете с водой или наносите сухое, а потом Да, как? это заливается кипяточком, прям горячим кипяточком. То есть вы корни все эти перемололи в кофемолке, у вас получается порошок, какую-то банку, берете столовую ложку в зависимости от длины волос этого порошка, заливаете горячей водой, перемешиваете и можете добавить, если хотите, немножко масла, прям совсем. Можете желток, можете вообще не добавлять, просто с кипятком и втираете это в волосы. Сначала это будет непривычно, непонятно, потому что какой-то песок на голове, какая-то трава, ну, все это втираете, втираете и большим количеством воды. Там, одну минутку можете подержать как маску, большим количеством воды все это смываете. Оно смывается все хорошо. И волосюшки потом просто живые очень.